сам благослови рабы Твои сия, Алексия и Ксению, наставляя их на всякое дело благое. О свадьбе каждая женщина мечтает с детства. Белое платье, фата и любимый мужчина рядом. Оксана и Алексей ждали своего торжества 25 лет. Сегодня у них венчание. День выбрали сами, а вот место определил суд. Оксана – осужденная колония общего режима для женщин, отбывающих наказание впервые. Администрация режимного учреждения сделала исключение и разрешила молодой жене надеть белое платье, как и мечталось. Где-то в начале года Оксана с Алексеем зарегистрировали брак. Затем Оксана обратилась с просьбой о возможности венчания. Конечно, мы это обговорили с отцом Георгием, оформляющим наше учреждение. И осужденный имеет право на свободу вероисповедания. Администрация, ну, не видит никаких препятствий для того, чтобы что-то запрещать. Кроме того, я считаю, что данное мероприятие положительно влияет на исправление осужденной. Сначала для влюбленных батюшка проводит обряд обручения. Трижды они обмениваются кольцами в знак верности и преданности. Затем на головы мужа и жены надевают венцы, чтобы друг для друга влюбленные всегда были царем и царицей. Церемония очень трогательная. У Оксаны на глазах слезы. Венчается раб Божий Алексей, раб Божий Ксения. Венеца, Ксения, Святая, Бог. До зоны Оксана жила в Ярославле. Психолог с высшим образованием, она работала генеральным директором общественно-политического издания. Воспитывала сына от первого брака. История ее любви с Алексеем достойна пера писателя. Молодожены влюбились с первого взгляда, еще в 91-м году, когда учились в школе. Он пришел ко мне в класс. Точнее, он пришел в класс к своему другу, который учился со мной в классе. Попросил учительницу математики остаться в классе во время контрольной. Ну, а я раздавал бланки в этот момент. Молодожены по обряду должны выпить немного кагора. Осужденному употреблять алкогольные напитки запрещено. Но таинство из-за специфики учреждения не нарушили. В Кинешемской колонии общего режима браки регистрируют 5-6 раз в год. А вот венчание проходит впервые. Поете себе в жену, сию Ксению, и уже где пред тобою видишь имя честной отчи. Отец Георгий характеризует осужденную положительно, как смиренную тихую прихожанку. В зоне Оксана регулярно обращается к Богу. На протяжении 25 лет уже достаточно было доказательств того, как жить без веры и надеяться на себя. И по этой же причине я и оказалась здесь. Отец Георгий три раза проводит пару перед аналоем, как символ того, что всю жизнь им предстоит идти рука об руку. Духовная регистрация завершена. За дверями часовни суровые будни. У Оксаны распорядок дня, работа, жизнь в отряде. Даже обручальное кольцо придется снять. По режиму не положено. У Алексея дом и заботы на воле. Церковь вообще относится положительно к любому венчанию. К любому. Когда люди хотят венчаться, когда люди хотят быть вместе, это замечательно. Поэтому где бы ни происходило таинство венчания, где бы ни совершалось оно, мы... очень этому рады, что люди к этому созрели, что люди это желают, и то, что люди вступили сегодня в брак общения. После венчания у молодых будет чуть больше суток, чтобы побыть наедине в комнате для свиданий. Полноценная семейная жизнь у Оксаны и Алексея начнется только после ее освобождения. Срок осужденной истекает через 5 лет. Статья в личном деле серьезная. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Кинешма.